Всем привет, с вами развлекательный канал S&G и канал Сосиска в Тесте. Вас приветствует Слуцкий Александр и Баных Александр. Продолжаем проходить Обитель Зла 5. Победили Экселу. Кто дальше? Лечимся, Сань. Да, тихо. Не лечись. Все, тихо. Чтобы сейчас вылечили опять друг друга, как у нас это было уже. Все, выходим отсюда. Как раз я вовремя, да, вот сюда подошел. О, нажал, и этот открылся. Ну, а я, у меня не получалось первый раз, когда мы... Ну, а куда идти-то? Туда же, что ли? За мной. Тихо, вот это вот вентиляция мне не особо нравится. У меня гранатомет. Да, случайно подобранные ракеты в нем заряжены. Jill, are you all right? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength. It comes from a virus. But the virus is unstable. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with a serum. So if we cut the supply of serum, he loses his strength. Affirmative. But he just took a dose, so it's going to be a while before he needs another one. Listen, Excella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. I think she used the serum label PG678W. PG678W? I'm gonna try to find a way to escape. You need to find that serum. Excella always kept it with her, and in an attaché case. Jill, come in! Jill. Да в кейсе держала, что ты тут пишешь, наверное? В кей! Крис. This is it. Вот она. Let's give it a shot. Какой-то Крис дурак, я. Че, ну. Так, куда она? Обама equipped with missiles. Обама открылась дверь. We can't fly around in that without getting shot down. Аварийная. Come on. Plane can't get shot down. Выключилась само по себе почему-то. Ну? Только в России так может. Почему у них так? Да, в Америке. Fire detected in the engine room. Warning. Clearing off area with armored forces. Evacuate the area immediately. Warning. Clearing off area with armored forces. Побежали, Сань, не обращай внимания. Он горел? Да. Да какой камон, блин? Водичка, вода. Ай, попал по мне все. Отлично. Там трава. Рычаг, да? Саня. Не могу. Он стоял. О, как долго. Куда опять вниз? Да. Там что-то болело. Что, на меня хотел ты? Подожди, тут решетка. Блин. Как-то что-то... Не то, меня окружили. Где ты? Сами сзади. Я ж говорю, окружили. Блин, ни хрена меня. Драчу. Нет. Это кто так? Это он взорвался, Саня. Саня. Они вон стреляют. А этот еще гранаты кидает тут.
прячусь. Больно. Ты где там? Я пошел. Открылось все, открылось. Я пошел брать снайперку, Саня, отсюда их. Ага. Кстати, точно хороший. А где они? Я не вижу. Ты их не видишь, да, так? А вот вижу. Ты уже убил. Так, сейчас подожди, там. Тихо, сейчас вижу. Воу! Ракета летела, я выстрелил. Не знаю, попал, попал. Я в голову. Там вот ракета. Мечик. Все. Да. Могу спускаться, да? Это и патроны почему-то. Трава! Блин, я не могу, только. Сейчас, сейчас я подберу, где она? Вон тут. Вуу! Хрена себе Саня, повезло. Иди сюда. Сейчас. Тебя место дать не хочешь. Ух, Саня, спасибо. Хороший, да, Саня? Расчеги, Саня. Давай, давай, давай. Следующая давай, дверь, да? Быстрее. Через. Там нас нападают. Слева от тебя. Справа от тебя, точнее. Саня? Вижу. О, это кто? А, это хрень. О, только не одна. Там еще одна. Бля. Аллилуйя. Ты сдохла, нет? Нет. Перезаряд, дура. Все. Фу, справились. Саня? Да. Окей. Лечить не будем пока, может красный попадется. Кто стреляет на нас? Вон тот дырок. О, нет! Два! Покай. Они меня разозлили. Саня. Зеленая что? Трава. Я спрячусь, подожди. Они у тебя там? Так они наверху, дверь открылась. Покай. Мимо. Все. О! Придурки. Своих мочат. Какой камон, дура? Саня? Опа. Ты где? Я под стрелой! Ой-ой-ой! Ракетами, Саня! Во-во-во-во-во! Полегче! Ракеты бьют! Это я! Ай! На! О, Саня, иди сюда ко мне! Что ты там нашел? Я нашел тут красную траву. Не за мной бегают. И утырка. Их два. Все, я смешиваю. Я смешал. Так, Саня. У-у-у! Там их двое. Смотри, Саня, что я нашел. Блин. Да мне некогда пока, подожди. Я разбираюсь тут с толстым. Все, один готов, Сань. У меня пока нет. Так.
Где ты там что нашел? Да я с этим придурком сражаюсь. О, лечебный спрей. Я, короче, лечусь сам. Лечись, лечись. У тебя там проблемы, я смотрю. Я сейчас возьму лечебный спрей еще. Ааа, я ничего не слышу! Этот придурок тоже! Там ракета, Саня. А чё? Ракеты твои. Так я знаю! Заспрыгивай, ты дура! Где, Саня? По карте, где я, посмотри. И сюда беги. Сейчас. Вижу тебя. Так, где там? Ты там? Да, я прям там. О, Саня, помогай мне. Я вижу. Где этот дядька? У меня тут для магнума пистолеты, очуметь. Для магнума пистолеты? Ничего себе, Сань. Это плохо. Ай, блин, ну все, ты меня разозлил, дырок. Блин, ты надо. На. 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 Ну я ж попал в него, да? Да, несколько раз. Но он должен сдохнуть уже. Все. Саня! Саня! Ты-то что там? Улетел. Он живой. Дура. Там трава. Саня. Зеленая. Там еще бегут. Ага. Почему когда я от магнума пистолет... Ой, от магнума. На магнум убрал, сразу патроны не бывает. Бери там драгоценность у него. У него не драгоценность, у него ключ. А, да, у него ключ, точно. Ты где? Тронов от магнума, да хрена. Давайте. Дам. Что ты мне дашь? Зеленый трон. Еще одну, что ли? Ну я нашел. Ты давай вылечимся. Все, пошли открывать. Смотри, что тут было, Саня. Где? Вон. Слева. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну ладно, мы и так справились. Правда, патронов потратили. У тебя пистолета нету патронов, знаешь? Знаю. Бегаешь с ним. Чё там, есть чё? Не со снайперкой же мне бегать. Да, что тут не так, согласен. Слишком тихо. Дура, что ли? У нее заедает иногда. Лет откуда-то достает, не знаю откуда. О, вот он. Он знаешь на что похож? На стелс или как он называет? Да. Don't you two ever tire of failing in your mission? У меня нет патронов, у тебя вообще нет пистолета. Пришли воевать. Вот они очки-то полетели. Крис, ты очки поймал. Да. Тут Павла убьют, а он очки ловит. Откуда? Откуда? О, баран, смотри. Вкали уже ему эту хрень. Why are you doing this? What do you accomplish by unleashing Ouroboros? Every day, humans come one step closer to self-destruction. I'm not destroying the world. I'm saving it. Какой у тебя пистолет, ты стреляешь? Нас покинули. Вот. Можно же было, когда тебя держали, воткнуть ему эту фигню. Сейчас будем втыкать, Саня. Не парься. Только уже мы сами, а не они. Ворота открываются. Надо еще и за время нам успеть.
Писали бы еще время. Сейчас тут, наверное, будут писать. Аде! Ау! Я помню, Саня тут... Рычажок. Тоже Рано? Надо. Или чё это? Ууу, Саня. Ракета. Выстрел для РПГ, Саня. Взял, взял. РПГ надо найти, Саня. Я взял. А, взял? Я взял ракету. А чё, стрелять в него? Да. Когда он ловит, надо в него стрелять из обычного оружия, короче. А. Саня, давай еще. В него? Да. Дал. Ёп, и как надо ты в меня-то прилетел? Надо было подождать маленько, когда он встанет полностью. О. Где ее взять еще? Ищи, бегай, ищи, я пока с ним буду развлекаться. Ты что, на свет подкачиваешь? Та же тактика. Вокруг него бегаю. О, нашел. Где? Ты же взял, бро? Нет. Прям пусто. Так перезарядить надо, наверное, сапет. Так, а если нету у меня патрона, как я тебе перезарядить? А ты что сейчас взял только что? Ничего. Как это? Я мне показали, что что-то ты взял. А, РПГ взял просто. Я ее выронил, а потом поднял. А-а-а. Вот, сейчас опять выронил. Патрон для пистолета. No point in да блин. Где взять-то? Лесенка у нее есть, Саня. Что он хочет? Он что-то задумался. Да я уж понял. Давай, 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 Саня. У тебя надежда. Я тут держусь как могу. О, you are. Пять штук. Там по одной только можно брать. Так я что знаю. Давай. Главное не промазаться от него. Ты дура? Да какой? Саня, это просто идиотизм. Или мне надо взять тебе? Или как? Да, я да, ты должен мне его давать. Ладно, 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 бегу. Что он? Нет. Он кидаться ракетами будет сейчас? Дай. Да. Ты чё там? Я не могу взять РПГ. Вот. Во, всё, зарядил. Где он? Сзади, сзади он! Где он? Ёб! Давай! Даю! Стреляю! Блин! Блин, заряжаю! Саня? Давай! Да как?! Так, надо, видимо, в какой-то определенный момент. Все, хана. Блин. Слишком долго, Саня, ты там с ракетами начал. Меня уже раскладывали. Я готов. Подожди, я сейчас уберу магнума. Нет, давай я тебе дам, Сань. А я магнум возьму. Да, возьми магнум, слушай. Ну, правда, нам тут кроме ракетницы ничего не поможет. Все равно. Поехали. Кобыль 2. Я побежал за ракетницей. Сразу, да, давай. Хорошая. Не выключай свет, я то я выключал свет и ни хрена не видел. Это не я, это он, Сэм. Нет, это я выключал. А, это ты выключал? А то, чтобы он нас не видел, да? А, вот, я понял тактику, Сая. Свет надо выключить, чтобы он не видел ракет. Чтобы не увернулся. Ладно, пошел выключать свет. Первый раз так получилось там. Сейчас я на выключаю свет.
тогда уже начнем стрелять. Да-да-да. Я пока отвлекаю его. Блин, я сам не вижу. Девушка с ракетницей бегает, ты же так. Капитан с гранатой. Все, Саня, я подключил весь свет. Все, бери ракетницу. Я уже с ракетницей. Has it never occurred? Давай. That this planet is overpopulated. Что он? Да. Вот сейчас, давай. Во-во-во-во, сейчас стрелять надо на него. Стреляй. Хорош. Еще раз так же надо. А пошел за ракетой. А я тогда ракету нашел. Вот мне пришел кто. Тогда я? Да. Где-то здесь, внизу. Ящик разбил, по-моему. А, ну разбивай ящики, ладно. Я пошел туда, где я находил ракету. Так я разобью, она может исчезнуть, так что. А, ну ладно, тогда не разбивай. Пошел пока туда. You can't hide forever. Потому что если я развиваю ящик, я теряю РПГшку. Ну понятно, да. Ты ее кладешь и. Да. Так. Он начал кидаться этими ракетами. Your struggle is over. Заряжаем. Где он? Сейчас надо вниз спуститься, Сань. Спускаюсь. Чтобы он нас не видел. И спрятаться от него. Спрятаться. Сначала спрятаться. Бегу, бегу. Свет выключен? Да, все, что мог, я выключил. Он видит нас? Он меня видит. Ой. Блин, давай ко мне. Стой. Я стреляю. Давай. Есть. Саня. Я не могу попасть, ты что? Есть. Есть контакт. Я пошел дальше. Он сел, Саня. А чем надо эти? Бить надо его. А, ну бей его. Не успел. Да я и не прячусь, я за ракетами. Хочешь, я даже крикну? Я за ракетами! Тактика. Бегаю вокруг него. И получаю люлей. Саня, я почти... Ой-ой-ой! Саня! Все. Да! Не так просто. Да я понимаю. Три выстрела и все. Ладно. Ну чё, тактика понятна. Давай, свет. Сначала свет. Да я возьму РПГ. Все, взял. Включай ты тоже свет, чтобы вместе выключить. Выключен. Вот он сейчас нас потерял. Где он? Санчес? Сзади меня. Вон он там. Ой-ой-ой. Где он? За ракетами пошел, гад. Почему так все быстро делать, да? Your struggle is over! Красавец, я стреляю в него. Не надо. Сейчас не надо. Не сработает. Надо, когда он внизу. Давай, еще одну возьми. Ну возьми. Ах ты ж. Прячься. Я стреляю в него. Не надо. Прячься. Прятался. Сначала надо, чтобы он нас потерял. Потом он стрелял. Свет кто включил? Он включил, что ли? Нет, этот свет работает один. Его не выключить там. Выключи, Саня, выключил. А, выключил. Че, он потерял нас? Не знаю. Не вижу. Стреляю. Есть. Хорош. Ну, упади. О, я пошел убить. О, ты его держишь? Он меня покинул. Ладно. Саня, беги просто от него нахрен. Просто вот именно, что не надо бежать. Что он так меня быстро... Ему один рывок и все. Он свет включает? Нет, не включает. Он тупит. Саня, давай это... Быстрее. Я и так уже как...
chosen by Ouroboros. Отлично. Only those fit for survival. Он нас не видит. Carry their genes. Я его вижу. А, включил. А, все равно сработало, отлично. Стреляй в него. Красотка. Падает. Бегу к нему. Ты его держишь? Он надо вдвоем подбегать. Да. Сейчас. Надо свет выключить. Сам убегай нахрен оттуда. Сейчас я выключу свет. Сам убегай. Вот, отлично. Включай. Красавец. Все, теперь бегай от него. Надо спрятаться сейчас. Is that all you have? Let me clarify something for you. I don't think of myself. Он потерял нет нас? Да. Блин, он со столбом. Сейчас он выйдет. Стреляй. Ай, давай. Постреляю. Есть. Стреляй. Саня, блин, ты далеко, да? Я далеко. Сейчас давай 5 штук на него потратим и потом проверим. Бил бы просто сам, а вот что? Сейчас уже долго, да, держу, Сань. Все дольше и дольше с каждым разом. Он уже врубил. Врубай. На последнем, короче, я спущусь вниз. Стрельну в него. Поближе было. Да у ты! Сейчас сделаем. Я тебе говорю, не стреляй, когда он слит. Саня! Тебе пришел. Надо, чтобы он вниз спустился. Да я спускаюсь. Надо теперь вместе заходить. И потом, когда мы его споймаем, идем его. Потерял? Не знаю, я его сам не вижу. Да, потерял, он здесь, Саня. Я все вижу. Стреляю. Утырок. Шел. Саня! За ракетой пошел. Стреляй в ракету нахрен. Если попаду, у меня автомат. А я стреляю из ракеты. Не попал. Ты попал в него, попал. Нет. Нет? Это он кидается, не точно. Он сейчас попал. Стреляй. Где он? Он убежал. Вот он. Уйди. Он тебя нашел, да? Я то есть с него не стрелять. Да. Вот, спрятался, все, Сань, давай. Только подожди, тихо. Он спиной ко мне как раз сейчас. Да блин! Я его не вижу. Да он за этой хрени. Ой-ой-ой. Вот он. Он тебя видит, да? Получается. Нет. Отлично, снайперка сейчас. Давай. Бежим. Бегу. Давай, Саня, втыкай в него нахер эту хуйню. Инъекция. На! Ты в меня воткнул. Did it work? I think so. Саня, готовься нажимать.
Готовься, я тебе сказал. Да? Я ж нажал. Странно, я нажал. Пропускаем. Your feeble attempts only delay the inevitable. The entire world will be infected. A new Genesis is at hand, and I will be the creator. Я не на ту кнопку нажался. И это каждый раз заново. В чем сложность? Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Тон-тон. Потом опять получил крышку. Вообще. Тут я, от меня не зависит ничего. Your feeble attempts only delay the inevitable. The entire world will be infected. A new Genesis is at hand, and I will be the creator. Крис. Давай, Саня. О, еще кого? Откуда у тебя еще-то? You're just another one of Umbrella's leftovers. You know what we have to do. All right, I'll go for the override letter. Cover me. Я успел? Нет. Вот если не нажмется кнопка, я ее убью. Alright, I'll go for the override letter. Cover me. Так, жму. Есть. Это еще не все, да, наверное? Да, это еще не все. Да почему за мою-то ногу? Чуть мне музыка это не нравится. Сань, ты должен меня спасти, эй. Не успел. Заново. Саня! Я не знал, какие кнопки, что... Саня! Теперь...
знаю, а пизды. Я помню, первый раз проходил, то же самое было. Раз 100, наверное. 100? Раз 10 точно. Так, ладно. F. F. Я свое говорю. F. А, Д, F. И потом помираю. Не, ну красивая сцена, конечно. Mm-hmm. Давай уже, атакуй. Will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Сейчас я стреляю, да, по-моему? Your feeble attack. Да-да-да. Паука этого, который на стене будет. And I will be the creator. Сейчас моя очередь. А нет, твоя. Оп-оп. Сначала я стреляю, я же говорю. Да, да, потом моя. И АД. А хватит душить меня, иди нахрен. You're just another one of Umbrella's leftovers. You know what we have to do. All right. Сейчас ты сам стреляешь. Не забывай. Да, да. Да блин, опять моя зуб. Как вот он спасет здесь? Я вообще не понимаю. Сейчас увидим. Я помню, конечно, что он это сделает, но... Это же нереально. Отпуститься, прицепиться и схватить ее за руку. Да. Успел. И прям над лавой пролетаем. Вот как... Дамы и господа. Пристегните, пожалуйста, ремни. Сейчас будет финальная битва игры. Мы готовимся к посадке. Как-то не мягко мы приземлились. Больше не полечу этой авиакомпании. Вескер компани. Ящики под заказ, что ли, выложили это здесь? Да-да-да, вот где, откуда тут ящики, кто мне объяснит? А, они вывалились, типа, да? А, да-да-да, точно. Деньги в ящиках. Там патроны, да. Патрон. Отлично. Трава, Саня, красная. Нас готовят. У тебя есть зеленая? Да, давай мне красную. На. Держи. Все. Я не помню ничего. О, тут еще и граната. Отлично. Я не помню ничего в плане тактики, как с ним вот сейчас бороться, но помню, что, по-моему, нужно опять что-то будет нажимать и вовремя стрелять. Опять Вескер будет? Ну а кто? Ну я же его скину. Дождик идет. А им не жарко вообще? Ну. Видишь, когда разделся. Ты красавец. I should have killed you years ago. Chris. Your mistake. It's over, Wesker. Over. Мы же ему вкололи. Два раза. Сейчас он начнет мутировать.
это да. Ну что? Эй, детка, сладкая конфетка. Сердце у него, видишь? Уходим, why просто назад бежим, Сэм. Александр, Александр. Как я был впереди? Чё за... Иди, говорит, дальше. Я бегу от него, Саня. Беги, беги, ты мне сказал бежать дальше, я бегу. Ты сейчас должен что-то сделать, по-моему. Держись. Да ё-моё! Да залезь ты, дура! Мне уже палец болит, нет! Да залезь ты! Саня, я залез! Я толкаю АДД. Хук! Хук! По камню бьет, идиот! Давай, давай! Я вижу, где ты, Саня! На! Прикинь такой удар, Саня, по камню! От руки ничего бы не осталось просто. Это для меня ты сделал, да, это? Или мы просто сделали, чтобы по кругу бегать? Не знаю. Я не могу прыгнуть. Мне хана. Я тоже не могу здесь прыгнуть. Зачем я тогда? О! Вторая рука. Он улетел, отлично. Давай, Саня, сейчас ты можешь прыгать. Да. Нет? Да. Воу! С такой улыбкой! Вообще, да. Саня, уходи от него. Так, что дальше-то делать? Бежать. Сердцем опять стрелять. Трава. А ты траву нашел? Контрольная точка, отлично. Тихо, Саня. Где он? А вот ты? Я что-то нашел. Отлично. Воу. Чё это за сардельки? Сардельки. Твои сестры, Саня. Сердце, сердце. Ай! Открыл. Он открыл сердце. Закрыл сердце. Не воспользовались мы. У меня патронов больше нет. Опять сардельки, да? Нет? Саня. Даже ничего нажимать не надо было. У меня вообще патронов нет. Больно. Может, кто-то тут пробежать надо? Я побежал. Ух, Саня, ты увернулся? Ага. Ай-яй-яй. Хорошо.
Кому он еще сказал? Отлично просто. Ну так я нажимал ВВВВВ. Опа, попал. Блин, у меня патронов нет. Вообще? Вообще нет чего. А магнум? Да и магнум кончился. Дядя! Ты ему в подмышку стреляешь. Ай-яй-яй, Саня, лечи где меня, ты? Есть. Есть, у меня все есть. Я пытаюсь стрелять без спид. Во! Закрыл, что ли? Да. А оно было открыто? Да. А черт. У тебя есть от снайперки что-нибудь? Так я ей стреляю. У тебя лишние есть патроны? От нет. Чего-нибудь? Нету? Так-то жопа. А, Б. Можно было бить его просто? У него сзади открыто, Сань. Ай, блин. У тебя у тебя граната есть? Нету. Спасибо. Все, что мог. У него сзади открыто. Я понял. Давай я на себя буду отвлекать. Ой. Вовремя я гранату-то бросил, а? Сзади, говоришь? Да, да. Видишь? Закрыл уже. Да блин. Нету, да, больше ничего? Нету. Излечение. Нет, у меня вообще ничего нету. Я как бомж. О, тут за камнем можно ныкаться. Дезиком побрызгался такой. И все окей, да. Ни хрена он разошелся, Саня. Да-да, я тут. Я попробую что-нибудь найти. Чувак. Все. Он меня скинул. Ладно. Так. Давай-ка ты купишь патронов себе. Давай-ка я сейчас, да, кое-что сделаю. Во-первых, просто так не тратить. И там... А мы откуда начнем, интересно? С контрольной точки. 19 тысяч у меня, Сань. Так. Так, подожди. Я, пожалуй, себе куплю. Лечебный спрей. Так, тут емкость все улучшена. Мне... У тебя сколько денег, Сань? Сейчас, подожди, я... Я сейчас улучшу все. Мне, что могу? Мне нужно на патроны, вот на эти, знаешь, которые... Купить тебе их? Угу. Какие? Зажигательные, без разницы, или азотные, мне без разницы. Какие-нибудь такие, кислотные можешь купить. Самые дорогие сейчас куплю тебе. Азотные, Саня, азотные. Давай, азотные. У меня денег вообще нету, 70. Все. Полностью, Сань, потратил деньги на твои патроны. Сейчас у меня тут, во-первых, тебе аптечку еще одну. На тебе. Раз, два. А все, максимум, да? Блин. Давай поменяемся. На аптечку? Да. Сейчас уберу. Давай. Ой. Лови. О, так я сокровища-то продать могу. Так, что купить еще, Сань? Говори. Да все уже. Я улучшай. Могу что-то еще купить. Мне улучшать-то нечего. Мне тоже. Хотя... Все. Три аптечки, короче, купил, Саня. У тебя одна... Еще и травка, и у меня еще. Я могу травку убрать и купить аптечку. Можешь так сделать. Да, не, да ладно, не надо. Уверен? Да. Погнали. С Богом. Докупили. Да. Прыгает. Ну все, парень, ты
Ты пожалеешь. Оу, что-то мне подлагнуло маленько. Вот это да! Пожалел. Сразу. Херач, Саня! Одна сейчас будет жать. Ничего вообще. Хорошо. Хорошо. Да. Он развернулся, Саня. Окей. Попал. Сосиски. Сосиски. Так, откроется, открывается, да? Открывается, да. Сейчас, Саня, вот сейчас тебе надо попасть. Вот сейчас, чувак, ты пожалеешь. Ты на свет родился. Давай. Есть, 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 есть. Нет, он закрывает просто. Но мне кажется, все равно попал, нет? Или эти азоты ничего не помогают? Как это? Должны помогать. Сзади теперь. Сзади. Попал. Не стреляйся, не стреляй. Вот она, есть. Попал, нет? Да, блин. Есть, сзади есть. Да. Че он разошелся, Саня? Чувак, тебе плохо? Тихо, Саня, я ухожу от него. Уходи, сейчас... уходи. Без перерыва начнет это делать. Да, я вижу. Чего? Чувак, тебе плохо. Саня, тебе есть куда спрыгнуть? Нет. Что с ним? Что с ним? Не знаю. Он заморозился. Сзади, Саня. Хорошо. Я что-то нашел. Мне хана, Саня. Да не может быть. Ну, когда так начинает идти на меня... Ты не ссы. Блин, я прыгнуть-то не смогу туда. Плохо, плохо, плохо. Я его отвлек. Иди сюда, дед. Что-то тут нужно сделать. Я тоже забыл, Сань, но... Там можно перепрыгнуть, Сань, через берег. Как так-то? Так он меня даже не задевая, вот так сбрасывает. Ладно. Ладно, поехали. Сейчас я кое-что сделаю. Пресс! Так-то тут еще и я есть. Сейчас кое-что сбацаю, попробую. Сань. Побежали вместе, короче. Пошли. Да, прыгай. Тут он прыгает, нет. Блин, да почему? Там трава. Все, нам ханздец. Нет. Я тебе сказал, нам конец. Он не прекращает. Я
Да он меня бесит, а! Ему насрать. Все. Я улетел. Воу-воу-воу, с почином, как лава. Отлично, такая мягкая, такая горяченькая, прям... Прямо хочется там находиться. Короче, я понял, мне кажется, надо сделать так. Кто-то... Отвлекает. Кто-то отвлекает, кто-то стреляет сзади, потом наоборот, когда открывается там. Ну. Главное туда не ходить, как куда мы сейчас пришли. Да, да. Я назад забегаю, короче. Да блин, F плюс B это все это. У него дырка. Блин. Сосиски. Я один раз попал в дырочку вот у сердечка у него, которая сзади. Но. Спереди открывает, Сань, долби спереди. Сейчас он развернется, может развернуться. Беги, бил. Попал, попал вроде. Да я ему несколько раз туда попал. Ну что, сзади он? Открылось? Нет. У-у-у! Лечись, Саня, лечись. Ты дурак, что ли, лечись. Ну что, есть там у него крышка? Нет. Вон она, дырка. Где она? Сзади. Давай. Нету. Есть. Попал? Есть контакт, да. Есть контакт. Сзади, Саня! Нету. Все, я лечусь. Ой-ой-ой-ой! Убегай, убегай, убегай. Туда, где мы были, Саня. О, можно спрыгнуть. Дурак. Тут вот, Саня, можно спрыгивать. Вот тут вот. Видишь, где стоит? Если он тебя будет зажимать, то можно спрыгивать. Я знаю. Только вот мне куда сейчас? Ты дурак, что ли? Я его отвлекать буду сейчас. Дурак. Там у него открылось? Нет. Дурак. Не, когда я попал, у него открылось. Здоровый чувак, не? Я, да. Прекрати это делать. Все, сейчас она мне будет. Саня, терпеть. Ой, где в тебя попал? Когда он остановится, надо... Да, блин. Блин, там какая-то хитрая тактика, я помню, Саня. Тоже мучился, надо. Я знаешь, что хочу попробовать? Так, так, гранатомет, патроны другой взять еще, другого типа. Взрывчатые выстрелы. Я их куплю. Так, эти удалить, эти поставить. Блин, память моя, память. Не помню вообще, как надо. Но я тоже чувствовал, что будет в конце у нас такая затуп, потому что там какая-то хитрая штука, которую не сразу поймешь. Может, тупо несколько раз по этой херне надо? Попал мне? Да. Вот видишь, попадаешь в эту хрень, и сосиски появляются. Да-да-да. Сейчас вот, откроется спереди. Откроется спереди. Да, блин, я не успел чертова нажатия кнопок.
Да, не успеть, особенно когда стреляешь. Особенно если АВ, то это вообще жопа. ПВ особенно. Мне не было еще такого. Нет, там либо А плюс Д, либо П плюс Д. А, ПВ. Началось. Саня, отойди! Есть контакт. Сейчас психики начнутся после этого. Попал. Попал в эту хрень. Есть. Сосиски куда-то пустил. Да-да-да. Сосиски. Блин. Ничего, ничего, Саня, все нормально. Я, кажется... Скоро мы убьем его. Главное вот на этих психах его. Забеги ко мне. Стреляй. Куда? В жопу что ли? Есть! Вот. Саня, аккуратно. Сосиски. Сейчас откроется и... Закрыл. Ну, мне кажется, мы правильно делаем. Я тебя спас. Сосиски. Ты где, Сань? Ага. Ну, с двух сторон мы правильно встали. Сердечко. Коза! Появилась, появилась! Стреляй! Попал. Попал, попал, да. Еще попал. Всё. Есть. По-моему, это не все. Там просто контрольная точка, так что я тоже понял, что это не все. Ой, чувствую, сейчас он улучшится. Вертолет? О! Наш добрый... Добрые друзья. Да, наши добрые друзья. Сейчас что-нибудь нажимать там. Да. Нет, это финал. Вроде бы. Саня. Используйте вот это. Вот сейчас надо будет нажать. Финальный аккорд. Вот я бы не хотел никогда убить, когда в меня летит эти две гранаты. Я не удивлюсь, если он окажется жив какой-нибудь из частей снова. С его способностями. Это точно. Но в шестой его не будет.
It's over. Yes. Finally. Сейчас хоп, негр превращается в зомбика. А я всех съедаю. For a future without fear. Yeah, it's worth it. Вот и все, друзья. Да. Обитель зла 5 пройден. Это первое наше кооперативное прохождение такое, ну, полноценное. Реймон был, но там не до конца. Не до последнего конца мы его прошли. Но это серьезная игра, которая пройдена. Ну что, ждите шестую часть, наверное, летом, да, Соня? Да. Все, да. Летом будет шестая пройдена, а там седьмая уж скоро выйдет, наверное. Будет Надеюсь. Ли там кооператив, не знаю. Всем пока, увидимся на других прохождениях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока. Пока-пока.